Все и 3-4 ни одна не похожа на другую, потому что все они как вот, объединяет их только моя жизнь, больше ничего. Вот, значит, давайте мы, у нас еще немножко минут осталось, первым отделением, мы еще парочку песен вспомним, если можно, в связи с этим фильмом вспомним такой стишок. Кружится отражение дробя в весенней мойке облачная вата. Снимаю фильм про самого себя. Смешно, конечно, но и грустновато. Припоминаю прежнее житье, Васильевский и линия седьмая, гремит оркестров, медное литье, обозначая праздник 1 мая. Поют гудки в невидимом порту, суля судам счастливую дорогу, и вкус лимонной корочки во рту слабеет, исчезая понемногу. Потом блокада, орудийный гром и дистрофии черная зараза. Мой старый дом сгорел в 42-м. Я с той поры здесь не бывал ни разу. Я прожил издали от этих мест, о прошлом забывая постепенно. Зачем вхожу я в старенький подъезд, ступая на забытые ступени? Зачем смотрю в знакомое окно в чужом дому? Смущенный и неловкий, соседи переехали давно. Кто на Смоленке, кто на Пискаревке, шумят бомжи под окнами в саду. Входная дверь клеенкою обита, я ничего теперь здесь не найду. Из старого утраченного быта не наводи, приятель, объектив, не надрывай мне душу, канонада вторично, в реку времени войти я не могу, да это и не надо. Песни нашего века припоминаю вдруг, старая гитара дека, сердце щемящий звук, громко рокочут струны времени вопреки. В зале немного юных, вон чужие старики. В зале немного юных, вон чужие старики. Песни нашего века мы не услышим впредь, скоро их будет некому с нами уже забить. Уже это даст ли в будущие века, звезды уже погасли, свет их идет пока. Звезды уже погасли, свет их идет пока. С ним не зная фальши, мы свою жизнь прошли. Вот они чуть подальше, вот уж они вдали. В будущем неуместные, в небе они парят. Вот ушли оркестры и завершён парад. Вот ушли оркестры и завершён парад. Песни нашего века гаснет закат в дыму. Парты нашего века смолкли по одному. Пусть молодые встанут в придевший строк, выпавшую гитару пусть подберет другой. Выпавшую гитару пусть подберет другой. Спасибо. Спасибо. Поэтому на следующей ноте сделаем перерыв на 10-15 и приступим к концерту по заявкам. Спасибо.